Отца и Сына и Духа Святого. Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христа и дальше носи Духа Святым, нех бендон с вами всеми. Радуйся, Иерусалимо, збежьтесь, всисы, тоже Йонко хати, сешьтесь, вы, тоже были все смутны, весельтесь, и насыцайте узрудла вашей потехи. И в святой неделе Великого Посту, и в сердце наше отварте для радости, которым чекаем у доброго Иисуса, как победено здесь слово «Радуйся, Иерусалимо, збежьтесь, всисы, тоже Йонко хати, сешьтесь, вы, тоже были все смутны, смутны естесь, вы, кидесь». Kiedy nie otrzymaliście jeszcze miłosierdzia Bożego, kiedy może nie prosili Jezusa o miłość Jego, miłosierdzie, kiedy może jeszcze nie byli w Sowiedzi Świętej, smutne jest serce nasze, ale szukamy dobrego Jezusa. On chce przebaczyć nam wszystkim. Он добрый милосердный для нас, для того, нех радуйся и сердце наше, душа наша, когда естесь с Иисусом, который хочет помогать нам, чтобы имели радость нашего избавления, радость милосердия Божьего. Теперь узнаем перед Богом, что естесь мы грешны, аби смогли чистым сердцем сложить наисвенчану офяру. Споведуем Сын Богу Всемогущим, и вам, братья и сестры, что барзе шешилым, мысленным обоночинким и занедбанием. Моя вина, моя барзе велика вина, пшета блага Найсеншен Мариин, завчет девицем, чистких ангелов и святых, и вас, братья и сестры, о молитвен за мне, то Пана Бога нашего, не син милуя над нами, Бог Всемогущим, и облицивши нам жеки, то проводи нас до жития вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Боже, Ты за посредством Своего Сына поєдналась людське зі собою, прааби люд християнський, живим вярою і щирим відданням спешилку надходжонцем святом великоносним. Прес нашого Пана Ісуса Христуса, Твоєго Сина, Турі з Тобою жиє і хрулює єдності Духа Святого, Бог прес всіски веки веку. Читання з другої ксенії Хронік. Шисти начальницы Юды, капланы и люд множили неправости, насадуем сельки обжидливости народу поганских и бесчестчонц святынин, которым Пан посвятил в Иерусалиме. Бог их, Отцу Пан, без выткнения высылал до них своих посланцев, альбо литовался над своим людом и над своим мешканием. Они едно шедились с Божьих высланников, легче вожили их слова и высмевались с Его
пророком, аж змукся гнев Пана на его народ до того степня, иж не было оцеления. Спалили теж халдельчицы святыню Божию, сбужили мури Иерусалима, шиски ей палацы спалили огнем и зенесен до знищения шистких коштовных пшенту. Оцелален спод меча рештен куль упроводил до Бабилона, и стали все невольником его и его сыном, аж до надейся панования Паперского. И так все пылнило слово Пана, выповедяне через уста Еремиаша, докон край не вывен же сензе свих шабату, бензе лежал от логим, пресалый час своего знищения, то есть через 70 лет. А весен спылнило слово Пана с уст Еремьяша, побудил Пан дука Цируса куля Перского, першим року его панования, так иж обвесил он рунеш на письме псалым панстве своим, со настенпуе. Так мовит Цирис куль Перский, чиске панста земи дал ми Пан Бог небес, и он ми рассказал сбудовец мудом Иерусалиме в Юзе, если целого люду его есть мензи вами еще ктось, то нех Бог его бензи с ним, а нех иди. Ото слово Божие. Иерусалима, не запомни тебе, Иерусалима, не запомни тебе, над жеками Бабилону сидя. Jums
но святого апостола Павла и средств эбезвешим брали. Dievs būdams žēlsirdības bagāts, savas lielās mīlestības dēļ, ar kuru mūs mīlēja, mūs atgriezis dzīvē līdz ar Kristu, kas bijām pirmie pārkāpumu dēļ. Jūs taču aizmi žēlsirdības esat izglābti. Viņš arī mūs reizē piecēla augšā un nosēdina debesīs. Kristu Jēzu, lai nākošos laikos parādītu savu žēlsirdības pārpilnu bagātību ar savu labvēlību pret mums, Kristu Jēzu. Jo žēlsirdības jūs esat izglābti caur ticību. Un tas nenāk no jums, bet ir Dieva dāvana. Tas nav arī darba dēļ, lai neviens neliepotos. Mēs taču esam viņa radība. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs ir iepriekš sagatavojis, lai mēs tos radarītu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Hvala Tobie, kurulu vieku. Хвала Тобе, Курулу веку. Так Бог свят умиловал, же дал своего сына единородного. Каждый, кто в Него веши, ма житие вечное. Хвала Тобе, Курулу веку. Хвала Тобе, Курулу веку. Пан с вами. Хвала Тобе, Пане. Jēzus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, to potrzeba by wywyższony no, Syna Człowieczego, i każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bym był umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albym Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że świato przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umilowali ciemność, aniżeli światło, bo zle byli ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzić światła i nie zbliżyć się do światła, aby nie potępiono Jego uczynku. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliży się do światła, aby się okazało, że Jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dievs, kungs, lai ar jums. Lūks ir ar tevi. Lasi jums, Jēzus Kristus evaņģēlija, rakstīts svētais Jānis. Gods Dievam. Tā nav laika, ja sasie Nikodemam. Tāpēc, ka mūs pacēlis augšu čūsku, tā arī jābūt paaugstināts ar cilvēka dēlam, lai katrs, kas jūs iemantotu mūžīgo dzīvi. Dievs tā mīlēja pasaulē, kā deva savu vienpiemisko dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Jo Dievs sūtīja dēlu pasaulē, lai viņš pasaulē nevis tiesātu, bet lai pasaulē caur viņu tiktu atpestīta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts. Tā nekad nav ieticējis Dieva vienpiemisko dēla vārdam, bet tiesa ir šāda, pasaulē ienāca gaisma, bet cilvēki vairāk iemīlēja tumsu nekā gaismu, jo ļauni bija viņa darbi,
kādies tašo, kas dara ļauno, ieņies gaismu, netuvojas gaismai, ne darbi netiktu nopelti, bet kas dara patiesību, tos tuvojas gaismai, lai atklātos viņa darbi, jo tie ir Dievā darīti. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāvā Kristum. Себя он святом, переживаем этот святый час. Час покуты, час наврусыня, час милосердия Божьего. И наш час для нас, услышать от крыжа голос Пана Иисуса, чтобы на правде могли смощнить нашу веру, чтобы была мощнейшая наша вера, что Пан кохает нас и хочет нашего избавления. Каждый человек, который Христу себе уверил, мусил яким способ услышать от Иисуса вызвание. Ходь за мной. То вызвание Божьем цонгле повторяется на картах Евангелии. Теоретично мы сегодня с тем вызванием годимы. Есть так очевидно, что нема что до того вонпливости. Але практично показывает, что не есть цель жечен просто доховать верность тему вызванию. Что те, кто же мовен, иден пане, что не раз, как тен сын с Христосовой приповести, который поведел, иден ойче, а не пошадл, инни, гдиби претлумачить чины на язык, дай он отповеди половичны. Знамцень, веженцы, мувен, веженцы, и пуйден за тобон, але не вим, чи пуйден за тобон до конца дороги. Може пуйден только до пункту, которым зачина сень ризиго, бо ризиковать не хцем. Пуйден с тобон до той границы, поки наша спульна дорога не вензе занадто припоминать того, что сень стало огруйцу и того, что сень стало на крыжовой дрозе и на кальварии. Далее хиба не пуйден. Це быть, як би мораль, нормальним чоловіком цим быть. Не хцем сень задалеко ангажовать. І сень за тобон. Але не бим, чи потрапен подпожанковать сень всіським твоїм правдам. Трудно мі, наприклад, піонць твоє слово. Благословені чистого серця. Не могенці прижесть же духовам ці вірність, ці под тим взглядом до же духовам вірності чоловікові, торема тен вірність пред тобом присен галим. І не відомо, чи інших випадках скомплікованих і важно трудних, не поставим знаку запитання над твоїми приказаннями, бо прежде з життям теж треба сен лічить. То не значить, що я не вежен, рачен вежен і силує позостать християнинем. Мої дорогі Христусі, та покуса половічності, половічної вірності, жащина без рисем характеристичним в некоторых кренгах людей вежонцих. Всичко то єднак не зміня ситуації в обіз Христуса, который мови пришедлим припровадить
сонд. Дебеси не весели, не мели бы смете к жеку, але по неваш мовите, же ведите и же вете. Жек ваш тва, ни с вас не усподливи, а не ваше соймение, на которое тен так ченство поволуете. Добже, же можем и попачить на кшесть свенты, на доброго Пана Иисуса есть добрый милосердный. Добже, где есть Пан Иисус, на который почим на Его кшиш. Же нам потреба милосердие Божие. Потребным нам Иисус, добрый милосердный Пан Иисус. До того нам чистким треба бардзо и бардзо потреба, чтобы Христос пшетал наши очи, и чтобы доткнул нашего сумения, чтобы властным пальцем выкреслил наших жек сердца и нашей свядомости, границы помензи тем, что есть Бога, а тем, что есть противка Богу. Мы досконале веми, что о тем, что сензее по крийому, навет жицу некоторых вежонцых, рунеш стыд мувить. Для того тем барзе, слухай ми сень, слова Христуса, тури муви нам каждому, терас часе постом. Нехай учинки ваши свесон, як приходине, жеби были видяны, и жеби люди подчонцы на вас. Хвалили Ойца вашего, туриеси небе. Тен темат мыслят о учинках наших, добрых и недобрых, и напомина нам, и вода нас до барзо, кшетельной, покорной молитвы пред Христусом, вишонцем на кшижу. Недлуга тен кшиж бензе заслоненты, а мы бенземи усиловали тен заслоном пшеникнуть, нашим вярон и нашим молитвам, и выпросить себе у того заслоненного обличия здольность ясного видения, ясного разогнания. Разознание, чтобы наше видение и наше разознание не было поводом сонду над нами, але злюдлым надеи и радости. Аминь. Верен единого Бога, Отца всемогущего, Створителя неба и земли, чистых жертв, жертв и невежественных, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божия, Thank you.
нескончоним милосердием Своим Отце Небесским, послал Сына Своего, аби свят был пред Него, сбавленный просипанным Тим, святым окрися покуты, бы за наших дни. Оказалось Сын Его милосердием, молитесь за каплану, бы не заражение, повратцание людей до жеку, чистым гласили великим милосердия Божие. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Мы все зовут Сын Тего, вещистые народы, громадил пред Иисусе Христусе. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Молись за попанство, докнянты непокоями певничными, бы отзыскали правильный покой и вольность. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Мы Сын за участничонцев, реколекций книг апостолов, бим милосердию Христуса, однолезь из житья своей души. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Мы Сын за здесь и множишь, без радости, кожи стали с реколекций. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Мы Сын за нас обецных, десятигорочных реколекций, вынести поглубление веры и жителя Бога. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Мы с интенцией Анны, которая пришла радость 80 лет жития, просили для ней подземной ласки Божией. Тебе просим мы, выслухай нас, Пане. Пане Иисусе Христе, Ты живешь на земле, оказалось сиским, Тужи, жрешивши, русилиси, то Тебе, нескончоним рассердие Своим, отвучи дися и скарби Своим доброси, премым до затвердзяли, Распорь сердце от земли, понес пьонцы, а чистим око свое сердце, трещишь и крылюешь на веки века. Скину.
Молитесь, Сень, а мы моем вашим эфиром принят Бог, Отце Шек Магонцы. Пане наш Боже, с радостью приносим и Тобе дары на эфиром, который нас воздравит. И поклонится им просимый, абы сей он сложили, належи тот сон, и живым верен за сбавление святым, пред Христуса Пана нашего. Пан с вами, гурен сердцем, день предлагаем Пану Богу нашему. За правильное гоны, то справедливое, слушное и свободное, а мы все знали, что следовали женщине, то ли мир сильный, отче, всех гонцы и Божьих, кроме вечной хвалы, ты нам даешь час ласки избавления, а мы все очищили сердце от непоказанкованных по привензам и суд справ до честных, то через Син пред Всеским о вечном избавлении, для Тебя Сине лами и шестими святыми, славями Тебе, разом с ними волаюнс. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełny sąd niebiosa i ziemia chwały Twojej, Славный Святый Иисус Божий, служитель, славящий их служение, в общей Иисуса Христуса, Твоего Сына, нашего Пана, Матери Духа Святого, оживя Святого Шашиска, уростя стане громадзе злосы, обезали зим слава Тобе, офярен чистом. Отека стоим пред Тобом, и он чинь салом костелом, уростися, входим в первый день Тегодня, Турим Иисус Христос Матвиста, лизесла на престолу Духа Святого. Поклоним благами Сына Божия, Мотон Твоего Духа Ты дарик, Тори принестись и Тобе, Син стали целым и хребен Твоего Сына, нашего Пана Иисус Христуса, Тори нам наказывает спенесто мистерию. Он поем Тен нас, который был бедан и зон хлеб, и деньги Тобе сладаем, благословил, ломал и раздавал своим ученым увенц. Бежьте и ездите с Тего шестцы, то есть боем цяло мое, Тори сабет, бензе беданы. Подо мне повечеше, сын Кирик, и деньги Тобе следами благословил, и подал своим ученым увенц. Бежьте и пейте с него шестцы, то есть Богом келих крови мое нового и вечного примежа Туре Савас, и забили в Инзе Беляна на отвышение грехов, точинце на моем поменке. Это великая таймница веры. Вспоминает Божий Бавша Мэнка Твоего Сына, как унич, то дону, як мартиста, небо стонь пини, уречекай собой туни, як шиши, дадя месяц случай, чинник вон и тен жима, на сиенту на вярен, вижу просим, да дар Твоего Гайсела, прими фярен, притури нас, выдно за собой, прав, а быть спасительным цялым и хребен Твоего Сына, и на наполнение Духом Сиенту, стать едным цялым, едным душем Христусе, нек он нас учини вечным даром для Тебе, а вы есть, мы шарманы, ты ди за Твоим выбранными, предрешиска на сиенту, девица Бога, родица Марион, фиентов Юсефом, ею в любви,
Українцем, святим Абасалам, ученикам, всім святим, хто не останє, орендується нам від себе, просимо Цього Божа, та Фера нашого, поєднане з Тобою, проводи на Царі Свят покою і збавіння, у Твій святі милості, Твій Косі пін, жим Йонце на землі, а він стоїть слуги нашого папежа, Францишка нашого біскопа Яна, Шийського біскопа і святого документства, і цали до того откупіони. Слуга лескаві, молитву з громадзан тут вірних, тут Твоя ласка, Твоїм чертобам, мені сидіть зі своїм добровичем, є наш за собі шістка своє життя розпошене по цілому світі, чиїм і до свого колеса наші малі браті і сестри, Шістки, тоді Твої ласки, дещо Тего свята, поміж разом з ними бенцями, святом вічне радовство і хвалу, пресвячого Пана Ісуса Христуса, пресвячого даже свят, всякими добрами. Шест Христос, 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 Тобі Боже, Отче в Гонці, і носить Духа Святого, жека честь і хвала, всесвятські веки веку. Просимо Сина Небесного, аби отпусти нам жеки і заховав нас від злого. Отче наш, Тури єсть в небе, свінцень імен Твоє, чисько лесто Твоє, бонць воля Твоя, яко в небе, так і на землі. Хлеба нашего повседнего дай нам дися, і отпусть нам наші вини, яко і ми отпущами наші винувайцам, і не будь нас на покушення, але нас бав тоді злого. Вибо нас, Пане, злочеркего, и обдашь наши часы покоем, помощь на своим миросердию, аби сославши волю жеку, беспечен черкего за моменту, пели надеющих, варящийся, наше гребе веселя, Иисуса Христуса. Пане Иисусе Христе, пред Своим смертью жил, покойся в провазе, покой между небом и землем. Проси мне все назначенные жехи наши, лишним вярным своей какой силы, изгони с Твоей волю, наполненной ко покоем, и до провоз до полной носи, трясишь и крылюешь на веки веку. Покой Панский, не завтра будет за вами. Прикажи себе знак покою. Баранку Боже, который кладет грехи свята, смилуйся над нами. Баранку Боже, который кладет грехи свята, грехи свята, обдаш нас покоєм. Отче Баранок Божий, Той глазі жеки свята, благослови ніхто чи застави звання на Єгуштин. Пане, не єстем годен, аби шише до мне, але повість тільки слово, аби задревьона душа моя. Oh, boy.
воскресень. Боже, Ты освятишь каждого человека на Тен свят приходящего. Освяти наше сердце святым Своей ласки, аби наши мысли завжди были годны Тебе, и наша милость к Тобе сера, через Христуса, Пана нашего. Святый Боже, святый мощный, святый несветельный, милуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмертельный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несветельный, милуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмертельный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмертельный, милуйся над нами. Святый Боже, святый мощный, святый несмертельный, смилуйся над нами. Отповедши глад огня и войны, выбрал нас, Пане. Неспозеванной смерти, заховай нас, Пане. От наглой и несподеванной смерти, заховай нас, Пане. Обескосил Ты святый жон, здесь такого срачил, проси ми сен, Пане. Обычка, що твой святый жон, дичи заховать, рачил, проси ми сен, Пане. Обыс нас доброго зима погоды припроводить рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ нас до правдивой покуды припроводить, рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ нас службы Твоей смены подвигайтесь, рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ нас в службе Твоей святой утвердить, рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ, Отцу нашу землю кронить и благословить, рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ Отцов наших земли хранить и благословить, рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ урожай земли, когда все насолось и заколось, рачил, проси ми сен, Пане. Обыщ урожай земские дачи, одни в целости заховать, рачил, проси ми сен, Пане. Мы грешни, Тебе, Бога, просим мы,
слухай нас, Пане. Мы грешны, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Пане. О, Иисус, 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 милуйся над нами. Пане, Матко Боже, чищися за нами. О, Марія, Марія, Пана і Матко Божа, чищися за нами. Чи так веки сакраменти? Для смыслов не поентен, никто певни вяра в нас. Благоице Синови, отпавшеске не шметни, нех подає век веков. Сім хліб з неба. Вшанка розкош маємце в собі. Модміці, от на сьогоднішній сакраменті, заставлю на пам'ятку своєї маєнтки, я б також все одне дача сьогодні таємниці, ця лекарі твої, об'яснює встання до самоноця твоє куткопіння, ти жиєш і крилюєш на віки віка. Будьте похолоны, пренасвежий сакрамент. Правдивое тяло и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Yeah.